Загадочное событие произошло на Черном озере. Средь бела дня на льду появился шаман. Персонаж в одежде северных народов кружился в танце и исполнял на бубне сакральные ритмы. Так он прогонял зиму и призывал весну. Его появление вызвано не только затянувшимися холодами. Ему и его команде было поручено снять ролик в поддержку нового нуар-сериала «Мертвое озеро». Северная тематика выбрана не случайно. Телевизионный фильм повествует о жизни саамов. Мистическую ленту снимали за полярным кругом, оттуда и весь колорит. Как известно, где есть лейтмотив Заполярья, там есть не только шаманы, но и их верные друзья. Знакомьтесь, это Бен, это Кима. Они тоже решили посниматься в мистическом кино. Судя по всему, камеры они не особо боятся и с удовольствием исполняют роли обитателей Севера. Многосерийный детектив о столкновении урановых бизнесменов и последних поселений саамов уже идет на телеканале ТНТ «Премьер». В кино есть место для магии, запутанных убийств и их расследований. Сериал вышел 14 марта и уже привлек внимание зрителей. В поддержку мыльной оперы в городах России снимают промо-ролики. Ульяновск не стал исключением. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.